Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем взвешивать лимон. Вот такие у меня желтенькие лимончики. Например, вы собрались купить лимон, но не знаете, сколько же он весит. А смотрите, один лимон весит 198 грамм. Представляете, один лимон 200 грамм почти весит. Обалдеть! Он вроде такой компактненький, такой маленький. Два лимона, смотрите, уже почти 400 грамм. Ну, 384. То есть, бывает иногда упаковки по два лимона. И подписан вес лимона. То есть, две штуки. И иногда, честно говоря, не веришь, как так две штуки почти 400 грамм. Да такого быть не может. Наверное, магазин меня обманывает. Теперь вы знаете, что не обманывает. Ну, или возьмем другой. Вот, смотрите, 392. Ну, там, значит, будут такие примерно большие лимоны, либо еще... перевес, недовес. Ай, лимончик убегает. Так. Три лимона, смотрите, 578. Ну ладно, 577 грамм. Полкило. Вы представляете, три лимона, это уже полкило. Чуть больше даже. Ну, давайте взвесим с вами килограмм. Я всегда покупаю... Стараюсь купить много лимонов, как минимум килограмм. Мы их очень любим пить в чае, чаи. Вот. И также я делаю еще борщ с лимонами. Если хотите узнать борщ с лимонами, тогда пишите в комментарии «Хочу борщ от тебя». Тогда я сделаю кулинарный рецепт, как я делаю борщ. Кстати, очень-очень вкусно. Так, два лимона. Три. Уже, смотрите, полкило больше даже. Один килограмм 136. Подождите, если назад. Если назад не хватает. А если вот так вот, ну, где-то так вот, да? А в комментариях напишите, сколько лимонов лежит на тарелке. Кто напишет правильно, попадет в ваш комментарий в следующий ролик. Пишем. То бишь, теперь вы знаете, сколько нужно купить лимонов, чтобы у вас получился килограмм. Сколько лимонов находится? 300 грамм в полкило. Чтобы вас где-нибудь на рынке, например, не обманули. Или бабушки. Мало ли. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.